ограбление ювелирного и инкассаторов – это дело рук одной и той же банды. Здорово, кореша. Пошли. Что происходит? Откуда вещи? Взгляни. Из материалов дела пропала золотая цепь. Я даже себе представить не могу, что в нашем отделе есть крыс. Вещдоки пропадают. Свидетели мрут, это все чушь. Игорь Петренко. Алло, Рустам. Да, Игорь, слушай. Банк будут брать сегодня. В криминальной драме «Дорогая». В воскресенье в 14:05.